такой сложный никнейм у тебя, братишка. У меня есть бабки, сука, я такая. Прямо в своем доме я поставил банкомат. У меня есть бабки, сука, я такая. Прямо в своем доме я поставил банкомат. Банкомат, бля, банкомат, банкомат, оу-чо. Я поднял сумму, а сейчас я поднял три. Мои братья ходят в сум, чтобы купить себе носки. Делать деньги как талант, я перельман этой хуйни. Меня респектует каста, глэмгоу, гэнки, рома, тилс, На мне цепи и тач, всю зарплату потрать. Поднял снова на лайт, потрабу я попасть. У меня сложный никнейм, каждый подросток все знает, я фейм. Кстати, на мне угадаем, я живу словно я новый Кобейн. Называй деньгомет, я купил самолет. Дать от меня прет за день, поднял как ты за год. Будто банкомат, токи весь день. Поднимаю кэш, суперэп гейм. На коленях за мой фейм, гадэм. Я легенда как Лил Вейн, окей. Я хожу в качалку, где все гири из монет. Затопило кэшем, жалуется мой сосед. Я молодой, как будто я из мастеров. У меня дом, столько подняла за год. Money long, эй, а я взломал, бля, банкомат. Денег много, и я рад. Банк на блоке, я богат. Money long, эй, а я взломал, бля, банкомат. Денег много, и я рад. Банк на блоке, я богат. Мои детки, сука, бля, пати. Я грибы, деньги большими лопатами. Сука, на раз, и она на кровати. Зелень закусывает зарплату. Голубой Lexus, бля, правда. Сука, пришла за топав. Все мои строки есть правда. Твои строчки поправь. Считаю я супер долг. Деньги большие, как будто бы волк. Да, я на трассе, но я не работал. Рэп для могилы, подайте мне фонг. У меня есть бабки, сука, я пока. Прямо в своем доме я поставил банкомат. У меня есть бабки, сука, я пока. Прямо в своем доме я поставил банкомат. Банкомат, бля, банкомат, банкомат, оу-чо, банкомат, банкомат, бля, банкомат, банкомат, банкомат. Россия священная наша. Правильно, кидай, какую? Жаба. Всем привет, дамы и господа, приветствую вас на моем канале, меня зовут Артур, и сегодня мы записываем пилотный выпуск шоу, в котором нет названия еще. Я заебался не читать рэп, потому что все продюсеры какого-то черта почему-то стали непопулярны, их никто не уважает, а людей, которые читают рэп, видимо, уважают. А я хочу уважения, знаете ли, дамы и господа, поэтому я решил снять несколько роликов о том, как мы записываем треки. Привет. Привет! Можно тоже засняться видео вашим? Я бы с радостью бы и написал бы текст какой-нибудь из своего бизнеса. Можно? Вы тоже? Вообще, короче, да, мы записываем трек сегодня. Сейчас вы посмотрите, как мы это делаем. Потом мы еще снимем клип. Друзья, это видео вышло при поддержке наших хороших друзей сайта LOLSTEAM. Судя по этим огромным мешкам под глазами, вы уже можете понять, что Counter-Strike, который мы купили в прошлой игре, пошел мне на пользу. Хочется напомнить, что на LOLSTEAM есть классный форум с огромным количеством веток, наполненный в классный информации о промокодах, акциях, розыгрышах и других лайфхаках, и маркетплейс, на котором вы сможете дешево и безопасно приобрести себе любые аккаунты, интересующие вас. На LOLSTEAM огромное количество продавцов, каждую сделку проверяет специальный бот, следящий за честностью каждой транзакции. В этот раз мы будем приобретать себе игру PUBG. Для этого мы опять же заходим на сайт, ищем интересующего нас продавца. Если же продавец нам подходит, приобретаем, оформляем транзакцию. В это время бот проверяет всю честность и достоверность этого продавца. Ну вот, собственно, мы и получили логин и пароль. Проверяем, что все работает. Да, друзья, все очень честно и безопасно. Поэтому, если вдруг вам стало интересно, переходите по ссылке в описании на сайт LOLSTEAM. Приобретайте себе аккаунт, ищите информацию, интересующую вас на форуме. И поддерживайте этим самым выход новых видеороликов. Год назад я поднял сумму, а сейчас я поднял три. Вот таким помню Артура. Ну вот смотри, например, вот я тебя учу.
О, вот это хорошо было. Это как у Трэвиса Скотта. Вот да. Вот. Но учится мальчик. Есть специальная музыкальная энциклопедия. Давайте вот откроем на любой странице, что тут написано. Lil Crystal, основы рэпа. Сейчас тут ему написано, как правильно играть с автотюном. Ходят легенды о том, как выглядит диджей Сатана. Мы сами лично никогда не видели. И вот сейчас он снимает маску. За это надо поставить лайк. Меня респектует каста Глен Гоген, Кейро Матиус, в конце была подающая, странная немного. Непонятная мне вещь. Тут давай. Надо прикладывать пальцы. Я приложил. Чувствую, как давай. Я преисполнился в своем сознании. Какой-то Илья Плавник нам звонит, но нам пофиг на него. Fuck you, nigger! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Во! Оставляй так. Да, четко. Как происходит твое написание текста? Я сажусь и такой. Вспоминаю, как можно назвать всех девушек в рэпе, именно Шати, Тати, Лали, Хоу. Вспоминаю, какие есть украшения, цацки, айс, давай. Брюлики и так далее. И вот опять же от этого отталкиваюсь. У нас новый гость в студии. Слушай, Денис, вот у меня есть собака, значит. Так. Скажи, пожалуйста, а насколько я должен в микроволновку ставить? Слушай, как? Пластик долго плавится, поэтому минут 10 придется подождать, друг. А, ну все, спасибо. Че, норм? Да, окей, все. Изи. Короче, друзья, записал свой второй в жизни рэп-трек. Не знаю зачем, но все продюсеры лезут, значит, вот в эту историю, где нужно записывать рэп. Я сегодня представляю диджея Синишку. Как бы, друзья, Russian Hard Bass записываем только здесь и только сейчас. Всем привет, друзья, это MTV Show по домам. Сегодня мы показываем вам мою квартиру 500 квадратных метров. Вот это мой дворецкий, друзья. Вот мы сегодня тусуемся, как давай. Бы, вот. А, слушай, а вот что сегодня на завтрак будет? Во-первых, надо дистанцию держать чуть побольше. Вот, а во-вторых, я не дворецкий, а дворецков. Ты ебашишь? В кашу надо. Это мне мама прислала в WhatsApp. Я люблю свою маму. Что это за мерч? Это... Я новый мерч Денис Диларензи, vsrap.ru/Диларензи. Привет, ребята, я ваш оператор. Ой, блядь! Я грибу деньги большими лопатами, сука на розы, она на кровати, зинь зайда, зарплаты. Расставляем! Сука пришла за добавку, все мои строки из правды, твои строчки поправки. Во, отлично. Просто попрыгай, покричи эйры и все, типа, это просто для каждого. Я разберусь, нахуй. Хорошо. Как записывать рэп, блядь? Кто там, нахуй? Ты, блядь, давай. Эбэ-дэ-дэ-бэ-дэ-бэн. Фак ю, нига, бич. Воу! Писывай рэп. Шалыдишка. Вот видите, там написано Саша плюс Соня. Это ничего не значит, потому что мы за ЛГБТ, Саша и Соня. Мы типа поддерживаем ваш выбор, ничего там такого нет. Мы идем снимать клип. Прям здесь. Здравствуйте, друзья. Вот вызвал, так сказать, Uber Ультиматуле специально для своих близких друзей. Приехал водитель хороший. Да, водитель неплохой, да. Вы из Узбекистана, получается? Собакин хозяин уехал на дачу, и в жизни собаки все стало ещё. Бля, короче, живу в Петербурге 3 недели. Печень отказывать начала уже. Желудок потихоньку начинает напоминать о гастрите. Ну, представь, как его нам. Он до меня домогается. Помогите мне, пожалуйста. Помогите мне, пожалуйста. До меня домогается. Поехали в отель. В отель поехали. Нет. Отель. Я могу показать на кухне. Он трогал меня вот тут, вот внизу. Вот тут, вот внизу он меня трогал. Значит, трогал вот тут вверху. Внимание, если Артур First Feel не вставит это в монтаж, мы подаем в суд. Мы хотим пояснить за свой шмот. Наш шмот от магазина VS Rap. Мерч «Я богатый». Мерч «Запретите аниме». Вот, пожалуйста, vsrap.ru покупайте. Если Артур не вставит это в монтаж, то мы на него подаем в суд за использование авторских прав. Нафиг, а он сзади нас, брат.